Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусных грибочков в сметане. Подливу я буду делать из сушеных грибов шиитаки. Грибы поместите в миску, залейте теплой водой и оставьте на полчаса. Через полчаса грибы хорошо промойте. Они стали мягкими, и из них легко можно вымыть весь песок. После того, как вы грибы промоете, сложите их в кастрюлю, залейте горячей водой. Поставьте на плиту и варите 30 минут. Через полчаса плиту выключите, а грибы откиньте на сито. Грибы откиньте на сито, подождите, пока стечет вся вода, а затем нарежьте их пластинками. Мелко нарежьте лук. В сковороду налейте масло, разогрейте его, положите лук. Помешивая, пассируйте лук, пока он не станет мягким. Обжаривать его не надо, иначе подливка у вас получится темная. Затем положите грибы. Перемешайте и готовьте минут 5. Затем влейте немного горячей воды, примерно стакан. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и тушите под крышкой примерно полчаса. Грибы посолите. Учтите, что когда много лука, блюдо получается сладковатым, потому что лук пассерованный имеет сладковатый привкус. Поэтому, возможно, соли понадобится чуть больше, чем вы обычно кладете. Влейте сметану, разбавленную водой. Перемешайте и прогревайте примерно 10 минут. Если вы любите тмин, вместе со сметаной положите и семена тмина. Грибы в сметане практически готовы. Вот такие грибочки получаются, если их приготовить с луком и со сметаной. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!